Здравствуйте, дорогие друзья! У нас в Ялте потеплело. И маленьких наших деток, тигряток и львяток, стали уже выводить на улицу в огромный красивый вольер, в котором они могут дышать свежим чистым воздухом. Уже все, помещение надоело. И вот они меня слышат и потихонечку ползут. Да, да, малыши, иди сюда, иди сюда. Идите сюда, котята, идите сюда. Идите, маленькие. Какие красивые котики. Да, идите сюда. Красавцы. Иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Да, если применительно, конечно, к тигряткам. Идите сюда. Вот они, подползают аккуратно. Учуяли во мне мамку. Решили подойти. Да. А вот и белые львята. Но они не подходят. Держатся с опаской в сторонке. Или нет, или все-таки подойдут. Малыши, идите сюда. Детки, идите сюда. У кого-то уже проснулся аппетит. Как неуверенно мы топаем. Но подошли к еде. Так что, как видите, все детки у нас растут. Красивые, здоровые. Какие красивые котята. Вот все детки. Все детки здесь. Бесконечно можно смотреть, как они растут. Просто загляденье.